А я только нашел, который 5 минут передула, сдал ссылку там. А, ну нет, пока не знаю, когда он новую версию выложит. Не, а кто мне сказал, что выложит? Ну, может быть. Я вот сейчас свою версию, может, выложу. Видишь, я снимаю сейчас ролик. Ага. Скажи что-нибудь моим подписчикам. Ну, что, подписывайся на канал, что там дать. Ой, подожди, еще раз. Успехов вам, А вот давай про спорт. Ты гантельки себе, закажи гантельки килограммовые и занимайся спортом. Не знаю. Ну что, по килограмму-то нормально будет. Ну, не знаю, потом не знаю. И запишешь ролик, как ты гантельки поднимаешь. Вроде на вас вижу, да? Ну, типа да. А потом глядишь, через пару лет будешь силачом. Нет, а вы Виталий Егорович, который я сейчас ванну роликом выпускаю, то есть выпущу. И завтра еще третья часть будет. Ремонт. Нет, пока еще не видел. И сколько там? Лайк полно. Да? Сейчас у меня подписчики стали подписываться на меня. Ага. Может, мне там Эдуард дал ссылку на мой канал. Ясно. Ну а что на тебя не подписаться-то? Ты же такой блогер уже, как бы, именитый, на слуху. Или как? Вот фотик у меня новый. Фотик новый? Ну да, фотик. Телефон. Да, вижу. Да, фотик у тебя новый, а это самое... А на спорт денег не хватает. Ну, просто... Ай-яй-яй. А мог бы гантельки-то купить вместо телефона? Просто сотик захотел. Там, в интернете сидеть там. Ночью и все. Там, что-то, подноклассник хватит. Угу. Только 8 мегапикселей камеры. Вот. Ой, какой фотик у тебя. Классный. А у вас айфон, да? Да, у меня айфон. А вы за сколько купили? За сколько купил? Да. 600 евро вроде стоил. А сколько это по-нашему? По-вашему? А 600 евро, они и в Африке 600 евро. А. Вот. У меня 5990 рублей. Вот. Да? Да, вы играете там в GTA-шку по сети? Я ни в какие игры не играю, и тебе не советую. Да. Ты купи себе гантели. И гантелями эти разбей всю аппаратуру у себя дома, все фотики, все телефоны и качайся. А вы сейчас качаетесь, да? Я не качаюсь. Я никогда не качался, я просто поднимаю штангу и гирю. А вы сегодня правда с Тимати ролик делали? Уже сделал с Тимати ролик. А он сейчас в Швеции живет, да? Да, сейчас он живет в Швеции. А что ты его в Москве показывали много раз? Ну. Может, просто фейк там похожий и все? Может, в Москве фейк, а у нас настоящий Тимати живет. Это, наверное, в Москве фейк. Там это показывали, вот, концерты и вот. Да это фейк. Тимати у нас живет в нашем городе. Похоже, да? В тот в Москве ему надо рыло набить этому козлу. За фейки такие. Тимати, он наш шведский чувак из Швеции. Привет ему, мне передайте. Да, передам. Да. А вы ролик с Рогером будете делать еще? Буду с Рогером делать, буду. Про пианино там, как он доехал. Да, сделаем обязательно. Респект Рогеру. Да, хорошо. Положу. Я ему передам, что величайший блогер России передает ему привет. Я, конечно, не смогу там ему что-то прислать.
если бы я смог, я бы прислал там что-нибудь. Ну, ладно, не присылай. Что, ему же уже мячик прислали. А. Ему, наверное, хватит. Юрий из Индианаполиса, да? Да, 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 да. Юрий прислал. Добрейший души человек. Ахтамон Петров там позорит, да? Чего-чего? Ахтамон Петров позорит этого Юрия из Индианаполиса. Да, и меня позорит Артемон Петров, и Симонова позорит. Ну, не позорит, а критикует, критикует. Но я критику принимаю. Я думаю, что он ваш друг, хотел подписаться на него. А, да не, подписывайся, подписывайся. Подписывайся. Он мне подарки шлет, хороший чувак. Так хороший, да? Да, подписывайся. Вот. Он каждый раз делает там ротики про Симонова, там все. Да нормальный чувак. Классная критика. Это без критики нельзя, понимаешь? Надо критику смотреть и исправлять свои ошибки. Да. Да. Ну ладно. Будем прощаться. Да? А вы сделаете этот ролик про гирю, да? Про что? Про гирю? Сделаю, сделаю. Сколько там килограмм можете поднять? Ну, пока 65. Ну все. Я срать пошел. Давай. Чао!